Всем привет-привет, это Марина Балак из Ванкувера. Приветствую, ребята, вас на своем канале. На своем канале я рассказываю о повседневной жизни в Ванкувере. Я живу здесь уже 25 лет, работаю медсестрой и делаю маленькие видео о нашей жизни. И сегодня я вас приглашаю с собой на прогулку по центру города. Оставайтесь, сейчас все увидите, будет интересно и весело. Hello, hello everyone, this is Mary Balak from Vancouver. Welcome guys to my channel. On my channel I'm talking about everyday life in Canada, Vancouver. I've been living here for 25 years and during my free times I'm just making small videos about our lives. And today I would like to invite you with me for a walk in downtown Vancouver. Stay with me, subscribe, it's going to be so much fun, guys. Вот сейчас мы находимся практически в центре Ванкувера. Сейчас мы пойдем на знаменитую улицу, которая называется Робсон. На Робсоне можно увидеть очень-очень много различных людей со всего света, потому что это считается туристической улицей. И, конечно же, все люди, которые приезжают в Ванкувер, обязательно посещают эту улицу. Так что оставайтесь, сейчас увидите наш Робсон, сейчас увидите все интересное, что здесь происходит. Сегодня очень теплая погода, сегодня замечательно у нас, плюс 17 градусов. Ой, девочка котика вывела на прогулку. Киска. О, so cute. Ну что же, сейчас мы пойдем на Робсон. Вот она и Робсон. So we're going to Robson. Robson Street. There you go. Next day. Ну что же, добро пожаловать на Робсон. Сейчас я более детально покажу, какая это улица. Но хочу сказать, что это одна из первых улиц Ванкувера. Почему она так и примечательна? Так, вот здесь мы уже видим много людей, которые гуляют. Различных. Очень много туристов. Также очень много людей, которые просто в хороший теплый денек приезжают в город. Очень много магазинов и ресторанов. В принципе, вся улица в магазинах и ресторанах. Смотрите, какая красота. Здесь просто интересно гулять по улице и рассматривать витрины, а также людей, которые здесь гуляют. Вот так вот. Диджей в магазине. Там красиво, как красиво. Все красиво. Угу. О, пальчик попался. Ну
собачки. Нужно идти, значит, о, привет, привет все. Еще раз, hello, hello, everyone, this is Robson. Первая улица Ванкувера. This is the first street of our city, the Robson. Пойдем и назад вернемся. Sense of Robson. Как здесь вкусно пахнет везде. Да, очень вкусно пахнет. Очень вкусно. Ну, вот заодно посмотрите наш street style. Что же люди одеваются в Ванкувере? Сейчас увидите. Абсолютно во всем. Абсолютно во всем. Ну, еще не забывайте, здесь же много туристов, которые прилетают со всех из различных стран. И вот они все представляют свою какую-то культуру, какую-то свою моду. То есть очень много. О, какой. О, что такое? Это кафе Париж. Вау! You're dying for Red Robin. Да. Вот такой вот у нас центр города. Уже ресторанчики открыты, террасы. Смотрите, как там здорово. О, какой нори. Ресторан. В общем, вся улица, как я уже сказала, состоит из магазинов и ресторанов. Какая прелесть. Так таких тоже полно здесь. Mm-hmm.
Вот такая сегодня у нас получится прогулка небольшая. По улице Робсон. Посмотрим сегодня. Робсон. Привет! Люди! Сколько вас много? На моем Найке столько нет людей, естественно. Thank you guys for watching my videos. Thank you for subscribing. This is Naina Balak from Vancouver. Bye-bye. Огромное спасибо, ребята, за подписки, огромное спасибо за просмотры и, конечно же, лайки. Это Марина Балак из Ванкувера. Все, всем пока-пока!